Вот это маленькое чудо, это птенец стрижа. Выпавшего птенчика можно кормить только насекомыми. Кормовыми насекомыми. У нас для этого таракашки. У тараканов нужно обрезать лапки, это обязательно. Они колючие, и птенчикам такое нельзя. Маленькие птенцы обычно кушают сами. Вот так вот он кушает и поет песенку. Вот маленький голодный стрижонок. А потом это вырастет большой красивый стриж, и его, конечно же, можно отпустить. Птенцы-стрижи прекрасно отпускаются, они не становятся ручными и не привыкают к человеку.